بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والغاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله تعالى بار بر الله تنبشق إلى هزات نيوق Уважаемые слушатели, мы продолжаем с чтение хадисов Арбагин Навави. Сегодня у нас тринадцатый хадис, который, который звучит таким образом. Название данного хадиса – это полноценность веры. Данный хадис э звучит таким образом. Ган Аби Хамзата Анас Ибн Маликин Хадимир Расулиллахи Саллаллаху Алейхи Вассаляма عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. значит данный حديث приводится от ابو حمزه انس ابن مالك رضي الله عنه. что Пророк саллаллаху алейхи ва сказал следующее: ляюмину не будет у вас вера полноценным, не будет вера полноценным, Хатта до тех пор не будет веры у вас полноценным до тех пор, пока вы не будете желать своему брату-мусульманину то, что желаете себя из благого. Данный хадис приводится в сборниках Бухари и Муслима. И в первую очередь мы бы хотели бы напомнить об об Анас ибн Малик, радыяллаху ганха, что этот хадис приводится от Анас ибн Малик, что когда Анас ибн Малик, когда ибн Малик достиг десятилетнего возраста, он очень хотел быть рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и пришел к нему, сказав такими словами, «О, Расуль Аллах, Разросулла, разреши мне делать хазмат тебе, разреши мне служить тебе, чтобы быть рядом с тобой. Я не нашел другого причины быть рядом с тобой, чтобы ты то есть, не мог меня от меня отказаться. То есть разреши мне, он пришел таким прошением. После чего, после чего Мухаммад, саллаху алейхи дал свое согласие и он 10 лет служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху любя его называл Абу Хамза, отец Хамзы. После того, определенное время поработав, рядом с, побыв рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, саллаллаху алейхи сделал ему дуга. То есть как мы знаем, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает дуга, эта дуга обязательно принимается. То есть достичь любви пророка, достичь мольбы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это великое дело. И в наше время есть такое, что люди подходят и говорят, дай дуга, да, сделай нам дуга. Именно э, хотят получить дуга такого праведного человека. И Ана, Анас ибн Малик, рады Аллаху гангу, пришел пророк, саллаху алейху ассалям, искренне И Мухаммад, саллаху алейху сделал ему дуга таким образом. «Аллахумма аксир ва то есть Мухаммад саллассалям сделал ему дуга, о Аллах, аксирмаляху, сделай его имуществом большим, многим. А, и сделай, чтобы у него были дети много. Ваатил и чтобы гумр у него, вот эта жизнь его был длинным и дай вот этим вещам баракат. И введи же его в рай. Действительно, если мы посмотрим историю жизни анасибна Малика, то есть он достиг очень, именно то, что пророк Салям делал дуга, он достиг всего этого. Когда он умирал, то есть мы знаем, что он жил больше ста лет, умер в 93 году в Басре, и когда он умирал, то у него остались то есть, очень большое-большое количество богатства. То есть действительно он был очень богатым, он трудился. Он трудился, он был таджером, он был э, торговцем. И когда он умирал, у него было больше 120 детей. Больше 120 детей. Субханаллах. Субханаллах, сейчас у нас, есть три ребенка, мы считаемся многодетными. А нас ибн Малик, рады Аллаху Анх, был больше 120 детей. И это и есть дуа пророка, саллаллаху алейхи Когда мы говорим больше 120 детей, многие спрашивают, а сколько у него жен был? Жен был столько, сколько Аллах дал ему. То есть мы знаем, что шарягаты одновременно большетырх жен не было. Но в риваятех говорится, чтонаебна Малика был, то есть например, одновременно то есть, то есть, из, в течение всего жизни у него было то есть 16 жен говорится. но не одновременно. Вот это мы уточняем, потому что это очень важно, потому что многие люди, когда начинаешь говорить про жен, то же женщина сразу начинает там это взять там себе какой-то там анти свою позицию начинает брать. Это дело каждого сам э, выбирает то, что ему надо. Да, у нас, если вот сейчас у нас так принято, так принято. А если не, то есть в других э, краях, в других странах, если так принято, это тоже данный момент, мы можем взять себя вооружение. И таким образом, когда он умирал, у него было 120 детей. Он прожил больше 100 лет. Он умер в 93 году по хиджире в Басре. И в книгах хадисах его 2286 хадисов у него имеется. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ля юмину ахадукум». «Ля юмину ахадукум». То есть когда вот ля юмину идет, то есть здесь имеется в виду камалюль иман, полноценность веры. И многие люди его переводят дословно не, не уверует. Не уверует, то есть это здесь слово, это общепринятое мухаддисами понятие, что ляю юмину подразумевается что у этого человека не будет вера полноценным, у тебя не будет веры полноценным до тех пор, пока ты не будешь желать своему брату-мусульманину то, что желаешь себе из благого. То есть мы знаем, что если хочешь, чтобы твоя дуга, твоя мольба была принята, то ты должен делать дуга об этом мусульманин. Если вот, например, ты хочешь, чтобы праведную жену, ты должен делать дуга. О Аллах, таля, дай мусульманам всем праведных жен. Аллах от тебя самому наградить этим. если ты хочешь чтобы у тебя было что-то такое ты делай дуга. это в первую очередь ты должен делать дуга мусульманам. Таким образом таким образом данный хадис указывает на то что мы должны работать над своей верой не только что когда ты уже уверовал и не должен останавливаться, он, ты должен работать над своей верой. Потому что когда мусульмане, то есть получается таким образом, что люди, когда, когда приняли ислам, все на этом оставляет. Останавливается, все это достаточно мне, дальше я не хочу. Нет, так не должно быть. То есть, ты, когда ты уверовал, ты должен работать, именно усовершенствовать. То есть, ты должен, то есть, камалюль иман, ты должен, чтобы именно у тебя был полноценным вера. То есть, если ты оставишь его таким образом, то есть ты можешь его потерять. Поэтому, когда ты уверовал, ты должен работать над тем, чтобы твоя вера была совершенным. То есть в этом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям указывает на те дела, которые приводят к полноценности веры. Первый – это аньюхибба лигайрихи миналь хайр Первое, навсихи. Первый ⁇ это мусульманин должен желать брату своему мусульманину то, что желает себе. То, что ты желаешь себе, ты должен желать это брату мусульманину. Например, ты видишь, что у твоего брата мусульманина есть, например, машина, хорошая машина. Если ты желаешь, чтобы это у него, вот, чтобы с ним что-то случилось, это называется хасад. Это уже зависть а это уже грех. Ты, Аллах, ты, ты видишь, у него есть хорошая машина, говоришь, Аллах пусть увеличит его имущество, пусть ему Аллах Таля да, даст лучшее, то есть ты желаешь ему благое. То есть ты хочешь себе, ты желай ему другу, своему брату мусульманину желай. Мы видим такой, есть такой, э, такой э, рассказ, что один мусульманин дома сидит и делает дуга. О, Аллах Таля, ты знаешь, что у меня есть товарищ там, что вот он не женат, Аллах Таля, дай ему хорошую жену. Делает такой дуа, то есть у него в чистое намерение. Жена подходит и ругает, ты что, говоришь? что ты делаешь там, ты что там, какой дуга делаешь? Говорю, нормально, желаю брату. Ты что, забыл, что ли? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, если ты желаешь это брату мусульман, а это тебе, ты не умрешь, пока этого это, это же самое тебя не достигнет. То есть вот такое понятие, что ты, в первую очередь, что э, должен желать своему брату благое, то, что желаешь себя. И второе, что не желать своему брату мусульманину того, что не желаешь себе. Вот ты не хочешь, чтобы у тебя вот этого исчезло. Ты не хочешь, чтобы у тебя этого э, блага исчезло. И ты должен желать тоже своему брату мусульману, чтобы это благо у него тоже не исчезло. Чтобы Аллах дал ему увеличение этому. И таким образом первое, которое, первое действие, которое приводит к полноценности – желать благое. Второе – не желать своему брату мусульманину то, что же не желаешь себе. И третье, то есть э, дать хак, дать хак своему брату мусульмане, дать его право, право, которое есть в каждом мусульмане. У мусульмане есть право друг другом. Мусульман между собой есть перед друг другом права. Вот это хакан бирга Таким образом, э, именно хочешь получить полноценность веры, то есть это действие, которое помогает достичь полноценности веры. الرسول صلى الله عليه وسلم كازال من احب ان يز ان يز يز يزحزه عن النار ويدحل الجنه ف... فلا تدركه مني منيته وهو مؤمن بالله واليوم الاخر وياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتي اليه محمد صلى الله عليه وسلم كازال кто хочет освободиться от огня и в оттирай, пусть придет к людям, уверовавшие в Аллах и в судный день, тем, что желает себе из благого. То есть, если ты хочешь освободиться от огня и в оттирай, то приходи людям, будущую, будущую уверовавший в Аллах в судный день, приходи людям тем, что желаешь себя из благого. Этот хадис приводится у муслима, что как раз мусульманин должен дать мусульманам, другим людям, то, что желает себе. Тогда ты достигнешь, достигнешь вот этого блага. Поэтому мусульмане должны друг другом соревноваться в благих делах. И вторая, второй вопрос: данный хадис поднимает о братстве Аху Муслим здесь э, именно брату мусульманину. Когда, муха, когда мусульмане переселились из Мекки в Медину, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, побратил мусульман и сказал: Все мусульмане, братья, Аллах таля в Коране говорит: Сурат уль-худжурат, 10 аяте то есть поистине мусульмане являются братьями, то есть примиряйте отношения. То есть вот это и есть, то есть оттуда начинается динда братство в исламе, в религии. И, и мухаддисы сказали, есть три вида братства. это братство в религии. Второй ухуатуль радага это молочное родство. И третье ухуатуль инсания насаб. То есть третье братство это обычное человеческое родство, то есть, как скажем, кровное родство мы его называем. Вот три вида родства. И у, то есть вот эти родства, то есть, например, все мы братья-мусульмане, все мы должны друг друга любить, То есть именно любить, уважать и давать права друг другу. Хақларыбызны бергә тиешбез. Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалям, хадисы гаварит: Тарал муъминин фи тавадихим ва тарахумухум масалльуль мас, джасад, мисльуль джасад, иза иштака минху удуун, тадаъильху саирул джасад". Бис 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 то есть, Мухаммад, саллаллаху алейхи говорит, мусульмане как одно единое тело. Если какой-либо часть тела заболеет, то есть почувствует недуг, все тело будет болеть. И также, если, если одна часть тела Получит удовольствие, все тело получит удовольствие. То есть мусульмане как одно единое тело. Вот этот хадис как раз призывает нас, чтобы мы были братьями в религии и любили друг друга и строили между собой отношения, которые привело к взаимной любви. И чтобы между нами не было хасад это